Опять вы тут, да? Пасетесь, коровки. Корова. Всем привет. 25 мая. Сегодня продолжение видео, как я ловил карася на прикормку. Сегодня ловлю без прикормки. Я хотел на следующий день ехать, но тут два дня были ветра сильные. Это вот 23, 24. И вот получилось только 25 выехать. Ну, в принципе, нормально, зато прикормка разбежалась вся уже. Сейчас буду ловить вот на червячка, как обычно. Сегодня еле накопал червя. Жара такая, где-то 35 градусов. Кстати, вот на этой к выходным уже похолодание должно быть резко, но пока вот жара. Червяк потерялся, в общем. Чуть накопал, но нормально, и должно хватить. Я сейчас с опарышем буду ловить. Тем более, я сегодня ловлю на один крючок. Вот. Рассыпал опарыша. Чуть-чуть, правда. Червя мне хватит, потому что я ловлю на один крючочек сегодня. Тут раз тоже, в принципе, только на нижний клювало. Вот грузик и сразу червячок. Водичка еще упала. Вода сейчас падает. Такое очень печальное событие. Сейчас должно быть вода высокая. Воду должны держать из-за нереста. А они, наоборот, ее спускают. Зимой, в марте, уровень был высокий, в апреле. А когда вот надо, в мае, наоборот, они спускают воду. То есть не дают воду ниже, чем надо. Такая у нас печальная ситуация сейчас. Не знаю, как рыба отнерестится в этом году. Карасик вылез. Карасик поднялся и стоит. Офигеть. Дышит. Да, прикольно. Солнце отсвечивает. Поклевки пока нету. Все, ушел карасик. Я не знаю, видно, нет. Но вот она, свежая молоть рыбы этого года. Можно сказать, вон личинки плавают. Только из икры вышло. Наверное, это вобла. Тоже там первая поклевочка. Ох, ох, карасик. Есть. На самом деле, очень долго пришлось ждать, минут, наверное, 20. Карасик. Хороший, но... Я знаю, что здесь есть покрупнее. Классно. Так, ну счет открыт. Я думал, вообще ничего не будет. Тишина такая была, прям вообще. Вообще тишина. Пару раз что-то поклевывало, но срывалось. А это вот наконец-то. Минут 15-20, наверное. Ну, обычно раньше клюет, конечно. Хотя по-разному всегда. Сейчас опять червячка. Комара столько. Кстати, мошка вылезла. Мошка уже пошла. Вот 25 мая мошка начинается. Ну, пока мало еще, но уже это. Уже начинает. Свои грязные дела.
Да, я напоминаю, сегодня-то у нас эксперимент продолжается. Можете прошлое видео посмотреть, там я ловил с прикормкой в этом же месте. Ну, клев прям был такой. Вот опять поклевочка. Опа. Что-то есть. Густерка, микро. Микро-густерка. Прошло вот 2 дня, вот я на 3-й сюда пришел, а вода прям конкретно упала. Сейчас она должна, говорю, стоять сейчас вода, чтобы вот эта молоть вся, которая сейчас в нерестилищах, чтобы она потом только вышла в июне. Постепенно, постепенно снижают, а в этом году вообще жесть. Наконец-то еще одна поклевочка. А, ну что-то мелкое. Та. Густерка. Мелкая. Да, клюет, конечно, вообще никак. Клевочка очередная. О, карась, наконец-то. Да. Между первым и вторым карасем, наверное, прошло минут 30-40. Я уже замучился. Ну, вот такой небольшой. Но сегодня хоть такой. Мелочь клювала до этого. Ну, такой клев тоже не особо, но... Клюет, но мелочь. Мелочь клюет. Я уже и полетал, и все что угодно сделал. Туда-сюда заняться нечем. Слушай, ну вода прям хорошо упала. Тот раз я вот здесь вот где-то руку мыл. Вот здесь вот вода стояла. А сейчас она вон как аж ушла. Это буквально вот 3-й день прошел. 2 полных дня. Вообще не верится, что такое возможно. Обычно в это время, наоборот, самый пик паводка. Вода прям давит. А сейчас вообще все наоборот. Время 6.36 время. Ну, сюда я приехал в 5.15, может, 5.20. Ну, пускай даже 5:30 я начал ловить. Я не посмотрел время. Сейчас 6:30. Офигеть, за 1-2 карасика всего. Вот опять поклевочка. Ну, что-то какая-то слабая. А вообще, клевал-клевал и тишина. Ой, что-то прям грустно здесь, грустно очень. Еще когда комары жрут и мошка начинает летать, это вообще почему-то вдвойне грустно становится. Тишина, тишина. Только мошка жрет и все.
Только камеру отключил. И поклевка. Ну да, карасик. Карасик, карасик. Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Такой средненький, не мелкий, не крупный. Среднячок. Поплавок стоял, снимал, я снимал. Не клевало, только отключаю сразу же. Поклевочка. Как хорошо взял-то. Опа. Опа, опа. Третий карасик. Карасик есть, но гуляет, видать. По углам щемится. О, поклевочка. Одна и все. Один тычок. А карасик-то прикольно. Он опа. А. Ну, что-то не топит. Вот, 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 вот. Отпустила, притопила мелочь. Мелкота. Не понял. Ух ты, нифига себе. Кто-то схватил. Обалдеть. Карасик. На подъеме прям. А, это я его как-то подсек. Не понял я ничего. Я приподнимал, видать. Как это так? Нифига себе. Причем у него здесь всегда такая толстая чешуя. И я ее пробил как-то вот так подсек. Нифига себе. Такую. А еще... Я думал, то, что вообще он огромный, крупный, потому что оттащил тяжело. Он за это... Потому что подсек за низ. И поэтому так кажется всегда, когда рыба засекается вот так вот. Поклевала. Воблежка. Вот такая мелкая, уже третья. Она побитая после нереста. Скорее всего, это самец. Самцы мелкие обычно. Самки покрупнее. Да, где же карасик? Ну и кто тут такой шустрый? Да. Этого я не ожидал, конечно, друга. Лосатого. Ё-моё. Ветерок начинает раздувать. Прям уже так колышет. Ого, кукушка. Кукушка прилетела, меня испугалась, не видела. В общем, больше полутора часов не было поклевок. Я уже собрался, хотел финалочку записать. И тут поклевочка, вот такая густерка. Вот он результат. Такой. Четыре карасика. Вот этот. Самый первый, самый крупный. Более-менее нормальный, остальные вот помельче. Вот такой среднячок. Результат, конечно, меня поразил. Я думал, ну, будет разница, конечно, ну, может, там в два раза вот такая разница будет. Я думал, не будет, может, красноперки, там густеры такой не будет, как с утра словилось. 22-го я ловил. Но оказалось, результат вообще, ну, в раз в 10, может быть, я не знаю, во сколько раз, но... Вообще клево. Вот сейчас полтора часа сидел, вообще ничего нету. В общем, меня это, конечно, поразило. Взвешивать я это ничего не буду, потому что ну, тут взвешивать нечего. Меня просто это поражает. Очень так это было прям, ну, контраст. Контрастная рыбалка на контрасте после той и этот. Скучно было даже. Мошка летает, мошка жрет, комар с утра жрал. Сейчас вот солнце поднялось, сейчас мошка идет. Комара уже так особо нету. А вот так я вожу рыбу. Мне кто-то спрашивал. Сейчас покажу как раз. Видео будет короткое все равно. Вот в кофру.
И тут раз я также ловил, возил. У меня здесь вот еще джиговый комплект помещается. Спокойно, садочек. Тут еще вот места полно. Вот в прошлый раз. Если надо, я эту могу переложить вот в этот вот, ну, эту коробку с джиговыми снастями, в этот вот сумку. Вот так вот. Да, небольшой спойлер к следующим видео. Здесь я буду еще ловить карася. Сейчас вот уже зреет шелковица, плоды. Вот они вот такие. И это все будет падать потом в воду. Есть здесь деревья крупные, и они потом будут опадать, в воду падать. И начнется жор карася вот именно на эту шелковицу. Прямо будет под деревьями ловиться. Я попробую его половить, заснять, вам показать, как ловится вот на такие вот плоды. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Я поехал домой.